Те, кто спасает жизни и не понаслышке знают о коронавирусной инфекции. Герои в белых халатах. Медики. В преддверии празднования Дня медицинского работника 28 человек удостоили награды за самоотверженный труд. Каждый день они спасают жизни, забывая о собственной. Врачи, младший медицинский персонал. Каждый из них заслуживает особой благодарности. Людмила Картикова, студентка, работает в больнице Каткова почти год. Выполнять свой долг в такой сложный для республики период – большая честь и большая ответственность. А благодарность от главы Мордовии – стимул расти дальше. Для меня это очень неожиданно и приятно, потому что я работаю, совмещаю учебу, еще и волонтерскую деятельность. И это было безумно приятно, то, что мой труд, который я осуществляю уже на течение года, оценили. Заведующий отделением анестезиологии, реанимации больницы имени Каткова Андрей Горбунов отмечает, за многолетний стаж с таким объемом сложных случаев никогда не сталкивался. Справиться получается благодаря тому, что весь коллектив больницы – одна большая, слаженная команда. Безусловно, то, что происходит сейчас, такого не было никогда. Даже в самой сложной эпидемии гриппа, того же свиного гриппа H1N1, такого не было. Сейчас, наверное, самая сложная работа и все, что когда-либо я в своей жизни сталкивался. В это непростое время главное пожелание для всех – здоровье. Это самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Своим коллегам в День медика желают того же. В столь светлый день я хочу поздравить всех коллег с наступающим праздником. И в данной ситуации, наверное, хочу пожелать одного – здоровья, берегите себя и своих близких. Я хочу поблагодарить все медицинское сообщество, начиная действительно от санитарки до врача. Как говорится, от санитарки до врача, пускай горит судьбы свеча. Давай продлим всей жизни срок, хоть на денек, хоть на часок. И мы вот этим тезисом и руководствуемся всегда. И, конечно же, всему медицинскому сообществу хочу пожелать сил, чтобы оставались еще силы для борьбы с этой тяжелейшей и непредсказуемой инфекцией. Торжество закончилось, и каждый из награжденных возвращается на свой нелегкий, практически боевой пост. Сражаться с ковидом, бороться за каждую жизнь и никогда не сдаваться. Их силами приближается момент, когда мы можем сказать: угроза миновала. Эти люди не просто герои дня, герои нашего времени. Валерия Никитина, Сергей Соколов, Народные новости.